Իտալիա Հայաստան խաղից հետո ամբողջ Հայաստանը խոսում է ֆուտբոլի մասին։ Нет, знаете, я предполагал, что в принципе мы эту игру проиграем. Все-таки уровень европейского футбола, он намного выше, чем у нас. Но проигрывать, я считаю, надо с честью. И как можно проиграть с таким крупным счетом? Я не представляю, но не знаю, там, может, были какие-то нюансы, то, чего мы не знаем. Что сказать? Обидно, больно. И жалко просто болельщиков. Они не ожидали. Я, честно говоря, не ожидал. Даже, ну, вы как помните, в принципе, здесь, в Ереване, у нас, у них, в принципе, много ребят из молодежной сборной. Ну, а там дома они решили, грубо говоря, повеселить свой народ. Много проиграли, нельзя столько проигрывать. Спасибо, честь, в любом варианте. Видно, тактику неправильно построил тренер. Я считаю, что надо было усилить оборону. Тем более, посмотрите, в принципе, самое слабое место у нас – это оборона. Видимо, какую-то тактику надо было проявить, там 3 защитника, 5 защитников. Это я, мое мнение. Где-то больше народу в обороне и сыграть на контратаке. Ну, опять я говорю, я не знаю, нас там не было, не знаю, какая тактическая система, не знаю, о чем думал тренер. Но хотя я вам скажу, что когда играли с греками, мы, Шахманян на пресс-конференции сказал, у нас проблем нет, мы обыграем. Насколько я слышал, был такой разговор, что обыграем, вопросов нет. Но не обыграли. Но сборная Италии – это все-таки команда. Это не просто дети. Это одна из лучших команд Европы. Можно проиграть, но с честью. Ну, 3, 4. Сборная России проигрывает и 4-5 проигрывает. Но там видно, что они что-то хотят сделать. Но мы здесь ничего не хотели сделать. Мы просто, пусть ребята меня простят, мы просто простояли. Значит, надо думать, мыслить. И потом еще хочу сказать, что, в общем-то, осталось 2 игры, был тренер. Ну, зачем его менять? Нет никакого смысла. Дайте, доиграет, а там уже решайте вопросы. Нужен он, оставить его, не оставить его. Вот такой нюанс, где, в принципе, нельзя было ошибаться. Еще раз повторяюсь, проиграть можно. И 4, и 5. Но честь свою надо защищать, свои страны, флага, гимна. Здесь мы немножко оплохали, немножко не то было, не серьезно и не солидно. Այդ պարտությունից հետո ամենաշատը մեղադրեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահին, այդուն Գոսկոմի անդամները և ասվեն պահանջեցին հրաժարականը. Դուք ինչպես եք խաղում? Я считаю, что это неправильно. Человек новый, он только пришел. Он еще и не адаптировался, он еще не знает, что, чего, к чему. Он, в принципе, у него организационная работа. Я его не виню, я не считаю, что он виноват.
Это уже внутри коллектива, там все такое. Президент Федерации, я считаю, не виноват. Հայկական ֆուտբոլի առողջացման գործընթացում եք գտնում, այդպես են ասում։ Ինչ առողջացման մասին է խոսքը։ Ես չգիտեմ, ես առաջ անգամ եմ լսում։ Հայկական ֆուտբոլի խնդիրները որոնք են։ Խնդիրներ շատ կան։ Բայց сейчас исполком будет, надо собрать исполком, надо собрать людей, которые хоть чуть-чуть понимают в футболе. Будет президент Федерации футбола. Все это должно состыковаться, все это, как говорится, с чистого листа. Все надо начинать. Но должны начинать не сразу где-то сверху, а вот снизу. Минусы там находишь, а минусов у нас много, и постепенно кали в кали, туме сарач. На урабе ты чарви. Ոչմի բան։ Այսքան ներքևից պետք է սկսել։ Անպայման։ Անպայման։ Ֆեդերացիա должна быть плотной, солидной, чтобы собрались там люди. Ну, я знаю болельщиков, которые очень хорошо понимают футбол. Очень хорошо. Но чтобы были люди, которые не столько понимают футбол. Я не знаю, в общем, надо внутри быть, в этом масле прокрутиться, и тогда можно уже четко, ясно сказать, что, чего и откуда надо начинать. Но я уже сегодня понимаю, что пока у нас детский юношеский футбол не будет на уровне, мы будем терять время. Время будем. У нас в молодежке играют неплохие ребята, неплохие ребята. Вот надо начинать оттуда и потихонечку, и футбол поднимется, и ребята поднимутся, и они почувствуют силу, мощь, что они умеют. Армения когда-то показала, что футбол не играют, и пока неплохо играли. А потом пошел спад, потом пошел спад. Вот этот спад мы упустили. 26 տարի է փաստորեն անկախ են կարելի ասել 27 տարի ֆուտբոլի առումով, բայց չեն կարողանում ասենք տարեկան գոնե մեկ բարձրակարգ ֆուտբոլիստ պատրաստել, դա ինչի մասն է խոսքը։ Это работа клубных команд. Сколько у нас детско-юношеских школ? Ну сколько? Я две школы знаю, хорошие школы. Это Пюник и Бананс. Если вы мне найдете третью, я снимаю, как говорится, шляпу. Ну, эти две школы, ну, сколько они могут дать? Ну, сколько могут дать? Я помню, в наше время Эдик Григорян был директором интерната. А я как раз там тренировал. И мы должны были участвовать на спартакиаде. На спартакиаде участвовали, значит, в основном был интернат. Интернат был в основном. Ну и еще ребят мы взяли из Бога. Как раз Хитарян отец был в команде. И, в общем-то, было все нормально. Дети там учились. Дети там питались, дети два раза в день тренировались. Прогресс есть? Есть. На спартакиаде школьники третье место взяли. Там Узбекистан был, по-моему, Россия, Украина. Украина второе место. И третье место мы взяли Армению. Ну, значит, прогресс. Можно это восстановить? Можно это сделать? Без этого мы не уйдем далеко. Клубы не имеют, мало того, не имеют, но полей не имеют. Полей не имеют, нет полей. Вот я говорю, два клуба. Хорошие, они, в принципе, и работу проводят хорошие. И тренеры неплохие, и тренеры неплохие. Далеко мы не поедем двумя клубами. Но надо, раз нет
полюса, значит, плюс, который у нас есть, надо его просто прогрессировать. Но люди должны быть футбольные, умные, зная, тем более сейчас Европа сможет, какую тактику, против кого ты играешь, с тремя защитниками, там, с тремя полузащитниками, с двумя нападающими и так далее. И так. В общем, это все, как я говорю, это теория. Но эту теорию надо приводить в жизнь. Вот тогда будет. А когда есть интернат, когда с детского возраста уже начинают потихонечку понимать, какая тактика, с кем играем, у кого какая сильная сторона противника, где слабая, где открыть, где перекрыть, наши слабые стороны закрыть, высокие наши прогрессивные стороны, на чем мы играем, надо прогрессировать. Но это все теория, практика. И плюс, конечно, надо делать игры товарищеские, с такими сильными. Не надо стесняться, что мы будем проигрывать. Сильными противниками. Мы слабых противников обыгрываем и считаем, что мы уже все. А попадаешь под более не менее мощную команду, тебя нет. А вы посмотрите сейчас в России. В принципе, российские команды в России играют очень здорово. Ну, как мы переходим в Европу или первый тур, или второй, третий тур, нас не хватает. Просто не хватает. И в основном, если тактику и, скажем, техника, в общем-то, у нас есть, а вот физподготовки мы сейчас выступаем. Я не хочу ничего говорить о сборной, но у нас ребята в сборной, ну, самое большее, отдают себя эти 45 минут. И после этого нам становится очень тяжело. Значит, надо продумать, как поднять их физическую подготовку. Это можно сделать, но надо думать. Надо себя отдать полностью футболу. Надо себя отдать и знать, кто где играет. Хотя наверняка знаем мы. Надо спросить у тренера, насколько он на данный матч готов. Может, готов на тайм. Тренер, скажем, сборной нашей, он знает, что этот игрок готов на тайм. Когда его подставить? В первые минуты? Или тогда, когда команда противника немного подустанет, поставить его, тогда он отыграет. Ну, в общем, думать, если мы хотим. Тавар мек узмек мир футбола барцерили, мек биде мутацик. Гешернель чекнек, ев мутацик. Футболи федерации нахага, петян ампайман футболис лине, тек алло ев футболис. Я говорил и буду говорить, что президент футбола не обязательно должен быть знатоком, профессиональным. Он может знать футбол, ну, судить как болельщик. Но под ним должны быть люди, профессионалы футбола, которые просто будут подсказывать. Вы знаете, вот давайте попробуем это. Не надо, чтобы тот, кто под ним, он выступал. Нет, он, как говорится, готовит президента для того, чтобы президент поднял этот вопрос, как готовить, что готовить. Пока этого не будет, нам тяжело будет. И также тренер, который будет тренировать, у него должна быть своя команда тренеров, чтобы они решали, что... Я не говорю, что все тренеры могут сказать правильно. Нет, даже из глупых ответов один ответ, то, что можно взять, это надо брать. Вот так пока. Иск Гархор Марши Хасун, Еркерпагунери Мец Масы, Гатме, Ворпетки Артасан Манселини, Ворпсемер Футболи Макардака Бацас. Я скажу вам, не надо Артасан Манселини, пока он будет адаптироваться.
гуляют, они приезжают, что-то посмотрят там или сбор, и снова уезжают. Потом опять на неделю приезжают. Это несерьезно. Я бы на сегодняшний день, У меня на примете один только, кто может быть главным тренером, который прошел школу у нас за сборную. Играл сам в футбол хорошо. Плюс взял у тренеров, которые тренировали сборную, у каждого что-то свое плюсовое он взял. И когда он был тренером уже Армении, он все-таки прошел неплохо все эти игры. Понимаете? Это Вартан. Минасян. Я на самом деле, я не хочу никого обидеть. Но опыт тренера в клубе и опыт тренера в сборной – это разные вещи. Это разные вещи. У меня вот это мнение мое, я вижу только его. А там есть федерация, это исполком, пускай решают, кого они захотят поставить. Իս գործում իմ կազմի մասին ինչ կասեք, ընդեղ ովք է պետք են դրվում, սեփականատերերը, ակումների, նախագահները… Я не знаю, эту кашу пускай они сами варят, снимают, ставят, кого хотят. Но не делать глупости. Не делать глупости. Այսինքն ցանկական գործիչներ կամ նախարար և այլը կարող գտնում եք որպես… Ну как без… Игроков, которые играли, или без тренеров, которые тренировали, могут быть в исполкоме, бизнесмены тоже могут быть. Пусть они думают, как болельщик думает, может быть, но профессионалы должны быть в исполкоме. Возьмите любую страну, Россию, я уже, ладно, Европу, там же... Несколько человек, которые прошли большой футбол, знают, что это такое. Но это проблема федерации, пусть они сами решают. Если хотят, чтобы футбол у нас был на уровне, я не говорю на высоком, хотя у нас высокий футбол был, то должны подумать, как выбрать, кого выбрать, кто должен быть в исполкоме. А потом уже думать о президенте. Ձեր ժամանակ դուք երևի Լյուքսեմբուրգի չեմպիոնի բավականին հեշտությամբ կհաղթեիք եւ կանցնեիք։ Բայց հիմա մենք չենք կարողանում Լյուքսեմբուրգի չեմպիոնի հասնել։ Բացի դրանից հավաքականը չի կարողանում հաղթել բավականին ցածր վարկանի շնորհիվ, ասենք, Լիխտենշտեին։ Ինչի հետ է կապված այդ։ Я ещё раз говорю. Дубины меч лезь, тими меч беды лезь, եւ այն ժամանակ իմանաց. Марджичи Хагатова, это Монца. Нашел общий язык с игроком, не нашел. Если не нашел, все пропало. Надо опуститься до уровня игрока, опуститься. Если ты не можешь поднять его на свой уровень, опуститься и на этом уровне с ним говорить. Тогда и он поймет. И тебе будет легче работать. Герка подмена бабаками. На того квадцем вам на татарце жваться. У меня опять ке мяча мотнем, так по запис опять ке хетеве ничего готово. Если они что-то предложат, да, я приблизительно просто говорю, исполнится их желание, имеющие разумные, правильные решения, исполнится. Мы все улыбаемся. Ну, а как? А как? Вот я, скажем, говорю о тренере, который я, в принципе, уважаю этого парня за его работу, профессиональную работу. Ну, я скажу, если меня спросят, кто, я скажу только этот. А будет он, не будет, у меня огромный вопрос. Вот так и живем с вопросом.